Ну что, ребят, все готовы? Да. В первый узел. Кто? Австрийский проводник, он же голова в жопе, он же писюн. Охуеть. Начнем с легкого. Я забыл, как его делать. Огонь. А, да, вспомнил. Да. Руку в голову вставляй, помнишь? Так, ну готово, ладно. Готово? Готово. Правильно. Так, правильно. Водопад, правильно. Руки поднимайте, ребят. Вот, ой, писюн крутой, там маленький уже. Ну, у меня. Нет, человечек. Стороны, ты помнишь? Угу. Я готов. Правильно. Помнишь? Правильно мне? Правильно, да. Неплохо идем, ребят. А все у нас? Кремлевец. Ой, бля. Подсказывать нельзя, да? Нельзя, нельзя. Ну подскажи, Кремлевцу ладно, а то прям вообще. Давай, не завяжет никогда. Стороны с подгадками. Этот? Нет, бабочка. Развязывается. Нет, посложнее будет. Не годится. Не бабочка. Давай, короче, два раза перекручиваешь. Пальчик. Это штука, которая... Глобово, да-да-да, правильно, пальчик крючком. Держи этот крючок. Вторую руку между ногтей. Потом умой. Нет, другой. Правильно? Правильно, даже не знаю. Чтобы сейчас пока повторили закрытыми глазами, попробую. Ребят, давайте посередине. Не-не-не, давай заново. Сделал. Дома. Правильно. Победа? Да. Середину. 1-0. Они выиграли. 1-0. Как же я не удивлен? Все, закрыли глаза. А что у него? Блять, можно было открывать? Я ж тебе сказал. Че, типа? Город засыпает. Город засыпает. Нам не надо. Держу, вы тоже засыпайте, блин. Порки просыпаются. Так, точно. Здесь тут нахуй стяжка такая. Дома заснешь и не проснешься. Я? Да. Он же еще веревку кого-то там. Ты думаешь, ты вернешься домой? Он же толстая. Пойдет? Не, ну просто кому-то, если надо. Сегодня я не верну. Все, развязал. Все готовы? Да. Нет. Нет. Блядь. Следующий узел Grapevine. Ой, я не помню, что это такое. Грабвайн, это который не раз... Да. Тихо. Глаза. Я вспомнил, да. Пацаны, центр. Центр. Подскажи. Делайте просто узел, потом делайте петельки в центр. С одной стороны, с другой стороны. Ты сделал крестик? Да. Правильно. Блять, концерт. Так, готово. Готово. Я могу снять? У меня. Я не могу. А, неправильно, в другие стороны. Так. Удалось правильно. Неправильно. Готово. Давай, заново. Правильно. Делай просто чуть-чуть. Не-не-не, не чуть-чуть, просто вот крест-накрест. Два конца. Просто крест-накрест. Вот так. А вот, смотри, выглядит. Вот, так, крест-накрест, да? Да, да. Потом. Не надо крест-накрест. Не надо? Не надо крест-накрест. Как? А, все, понял, я ошибка. Центр. Это центр. Правильно, ну ты сторону левую руку. Да, вот так. Ты будешь делать два оборота и прибывать его руку. Готов. Правильно. Охренеть. Я зря ничего сделать не могу. Тебе надо. Вот они слепые. Мы сами видели, они сами половину. Как это? Раз, что, это помочь тебе? И это сюда. Понял? С этой стороны. Нормально, так, все получилось. Так, ну что ж. Я работаю. Короткие концы, блин. Тебе не хватит. Бывает. Больше бывает. Вов... Во внутреннюю, ты на другую. Нет, на другую концы. Вот, за эти, да-да-да. И тяни эту веревку. Просто... Готово. Готово. Блять. Правильно. Вот водопад правильный. Огонь.
волноваться музыки. 2-0. Бэ, у нас тоже есть слабый. Что, бессмертный, что ли? Шкотовый. Иголка. Иголка, нитка. Давай, давай. Один раз так. Есть. Есть. Правильно. Есть. Есть. Вроде вот. Кого тут? Меня. Правильно. Да. Не. Через него. Вокруг, да? И снова оборотом. Вот новое. Вот где у тебя большой палец, да. Суть это. Волка, нитка снизу. Смотри. Потом вокруг. И вот сюда. Да, вот сюда вот. И вот так натягивай. Есть. Дома. Победа! 3-0. Бомбин. 10-0. Повязку надевай. Да, заячьи уши. Ты зачем сказал? Хотел бы фан поднасрать. Нихуя себе. Чувствую, после этих курсов меня найдут. Я, кстати, попробую первый. Неправильно. Не тот узел, да? Узел тот неправильно завязал, у тебя тоже вот неправильно. Неправильно? Неправильно. Ребят, как вы делаете? Металла восьмерка потом. Да. Неправильно. Так. Да, вот. Накручено. Да, не. Стоп, он через восьмерку? Нет. Это все правильно. Он делается через восьмерку? Нет. Да. Нет. Через проводник. Через проводник делается. Правильно. Правильно. Так, я забыл. Одно ухо, и два уха. Да, вот туда вези. Неправильно. У меня неправильно? Через верх затягивать надо, помнишь? А? Через верх все затягивать. Сделал. Кремлевец неправильно. У тебя пиздец. Лёха, ты подскажешь? А сейчас? Вообще ничего не изменилось. Распутывай. Ты её обратно вставляешь? И дальше, эту верёвку дальше туда вводи. Я сделал. Девушке помочь. Правильно? Помочь надо, Алёр. Помоги. Верёвка до конца чуть ты не довёл просто. Эту петлю надо было проводить. Да, мы это третий раз. Сначала делаешь обычную восьмерку. Ты очень, сильно дотягиваешь. Не дотягиваешь до конца. Так. Вот. Сейчас протягиваешь туда, держишь. Назад. Ты перекрутил это. Ты это перекрутил. Да ё-моё, посмотрите, что за такое равно. Так, давай я тебе дам. Больше, чем больше. Побольше. Вытащи побольше. Правой рукой. Дима, руку вытащи. Высоти. Так. Ты левый. Два уха, вот одно. И это два. Да, вот сюда. И теперь у меня два. И это, подожди, этот кусок вот этот. Теперь у меня два уха. Затягивай до конца затягивай. Не, возьми в один палец возьми. Да, я помню. Да, теперь затягивай. Роман. Вначале, это уши. Да. Роман, это уши. Нет, неправильно. Там ты поначалу неправильно сделал. Ну, не поначалу, а конечно. Вот. Сейчас, смотри на меня. Не кремлёют. Правильно. Самый жестокий хотя бы одно, да? Теперь ее туда-то обратно куда-то в соло. Вот, правильно. Большим пальцем фиксируй вот эти две штучки. Которые указатели, да, указатели, которые взял. Да, за эти два узла. Вот так вот, да. Вот, давай, показывай. Вот. Не тяни в разные стороны. Готово. Давай. Все? Затяни вот так. Так не затягивается. Так ламбы, так уже выламывает. А все, вот. Тяни. Там больше поворотов, хуже, чтобы уже не переплеснулись, слушай. Лампочки.
Возьми почему больше. Два, два и три. Не. А, я ж не ровно сделал. А вот эту петлю возьми руками, да? Нет, выше возьми. Петлю вот эту, не которая закатается, нет, вот эту, да, ее надо. Большой палец. Еще выше. Нет, палец больше. Возьми нормально, да, держи. Вот, ну, возьми так, еще больше. Так, все. Так, теперь здесь довязываю узелок, обычный узелок. Обычный узелок, вот как не первый. Да, бери, сейчас бери. И на самый низ ее под вес руки опусти. Пропустили под сам. Вот, да. Да. Ты помоги другой рукой. Помоги. Да пиздец, ты дурак, как ты пиздец. Нет, тебе помоги. Нет, вот тут пинал. Справа. Спичечки же надо. Вот, вот эту. А подожди. Эту отпусти. Тебе давай я бью. Давай. Большой палец. Вот, Вот, конечно, что это за... Да, проигрываем 4-0 слепым, я круто! Я один день. Слепым вот, как раз, кривым, голодным. А мы как будто не кривым, не голодным. А тут новички. Мы вот с Лёхой вдвоём. Ну прости, мы слепые. Ладно, а мы тоже после каждого больше очка обсасываем, блядь, что... слепые, косые. Не мы. Мы вообще не мы. Ну что, все готовы? Давай. Нет. Глаза закрываем. Завязываем глаза. Давай. Я думаю уже... Так, 4-0, да, у нас? Рому это не устраивает. Восьмерка. Да, господи, ё-моё! Сейчас, так. Всё. Есть. Неправильно. Что? У меня? Готово. Готово. Вокруг тебя нет. Правильно. Брусталось неправильно. Всё. Кремлёвец неправильно. Что? Ну, у меня тоже? У меня правильно? А что ты сказал правильно, то? Так. Не, выставляй, вытягивай. Все, тяни. Ну, поправь её чуть-чуть. Да у меня верёвка мелкая. А теперь? Нет, ну разрешено. Нас это сделает. Да, да, именно отсюда. Правильно. Да, правильно. Кремляет. Все. Давай. Все. Есть. Затяни просто. У нас все. 5-0. Узел. Пьяный узел. Че? Пьяный. Да. Блять, я не помню. Серьезно, я тебе помню. Блин, я верю. А можно соседние, у меня короткие. Так, да? Ты можешь быть? Но у меня короткие. Хорошо. Правильно. У меня веревка маленькая, сука. А, бля, возьми. Вот, готово. Рома, готово. Правильно? Правильно. Есть. Мне правильно. Руки полностью на. Ты меня учил. В эту сторону только. Рома рад. Размочили. И вас сейчас первая санкция, пацаны. Внимание, подчеркиваю, снимаем один элемент одежды, не экипировки. Нет, это... Одежда. Как бы вместо кепки. У меня шапки, конечно. А, мы каждый, да, с тобой? Каждый. Каждый. Какой-то элемент одежды. Ну, я как бы использую.
Кремлевец. Так, да, кремлевец. Блять, с кремлевца снимаем за всех тогда. Давай все. Кремлевец снимай все. А нельзя типа просто. Не знаю там. Носки либо трусы. Ну они парный элемент. Вообще четко, бля. Вот ты сейчас исправил ситуацию. Я носки могу выкинуть, ладно. Они все равно промокли. Все, закрываем глаза, готовим веревки. И вешаемся. Крем... Владик, сделай по-нормальному. Чёрт. Кремлевец даже не можешь не повеситься, не сможешь связать. Следующий что, узел. Узел-проводник. Да ё-моё, ты чё, бессмертный, что ли? Есть. Правильно. Есть. Да, правильно. Правильно. Есть. Ну, за низ потяни просто. Все, готов. Правильно. Там. Ну, блин. Я восьмерку ебану. Вокруг себя и вовнутрь. Вот сейчас, сейчас. Есть. Давай. Готово. Все, 5-2. Да. Следующий узел. Я еще раз глаза. Да, давай. Ром, пока специально хочу. Следующий узел у нас будет Брам Шкотовый. Брам. Это какой? Это два конца, только два раза. Петля? Как там было второй раз? А, петля, петла, два раза. Петла, да. Петла, петла. А, да. Есть? Правильно. Не, неправильно. Правильно? Есть. Нет. Неправильно. Один, тоже неправильно. Как неправильно? Подожди, ну вставляешь, а потом где ее проводить? Это же как обычно, как в обычном. Вот это, в нее надо. Да, да ты затяни, что ты ему показываешь. Да. Ты, этот? Ты знаешь, сюда? Нет. Сюда подрываешь. Вниз. Еще раз как-то. Где? Вот это вот. Да. И еще раз, оно эти короткие поднимают. И теперь еще раз. Рау. Правильно? Вот так вот. Блеги возьми к большому пальцу. Нет. Рома. Там позатянуть ваш надо? Нет. Нет. Как нет? Рома? А это? Это что? Нет. Слушай, как ты петлю делал? Да, ну, как ты делал первый раз? Снизу, сюда. Снизу как бы. Снизу? Да, и продеваю, да. Продеваю в это. Все, топ. А это тут... Вот сейчас, когда ты поправил. Рома. А вот ты вторую тоже. Нет. У нас пизда, ребят. Давай. Помогай, кто там сделал. Так, ребят, помогите мне, пинаю. Вот. Слышите? Я куда ее? А потом я вот в эту штуку. Да, блядь, оттуда черви сейчас полезут нахуй за два дня. Два раза. Не-не-не-не-не. А, еще раз. Еще раз. Да-да-да, пиздец, блядь. Там такой компот кисель. Нет, не туда, не туда. Вот, нет. Обычно. Вот, у тебя петля бывает, и делать надо. Вот так вот. Вдеваю. Сюда. Вот он. Вот так вот. Голым будем стоять. Нет, нет. Правее. Вот. Почти. Нет. Сидел, не трогай попробуй. Вот видишь, у тебя там отверстие не то, не то, не то. Назад, назад. Да не смотри. Отверстие. Вот да. Ты туда сунул, да. Все, теперь тяни. Нет, я не сунул. Сунул, сунул. Я же вижу. Затягивай. Есть. Все. 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 Отпусти и затяни нормально. Затяни нормально. А, не-не-не, все нормально. Другой стороны. Все правильно. Правильно? Все? Отдай веревку. Ну ладно. Игла. А, завязал? Все завязали? Покажи. Да, это как шкотовый? Какой там? 6-2, да? Вообще да. 6-2. Ты такой косяк, блядь, ты же видишь. Ебаный ты стыд. Вообще стыд нет. Давайте с карабинами по узлам пройдемся. А у меня нет карабина. Ну и у меня тоже, так что ничего страшного. Следующий узел прямой. Че? А, ну, че? Это... Прямой узел. Вот, пожалуйста. Узел. Это обычный узел? Вот этот. Ну,
Да, но неправильно. А, я понял. Нет, то все правильно ходим в водопады. Наоборот. Неправильно. До конца надо. До конца, да? Один возле воду. Ром. Неправильно. Неправильно. Покажи как. Все. Сколько там? 7, 2. До узлу закончили. Все уже сел. Нет, 7, 2. Булинь на опоре. Поехали. Да, ты серьезно? А, вспомнил. Этот конец дает петельку. Туда это надо кончить. Готово. Нет, готов. Готов. Не, не, тоже. Так, не, неправильно. Неправильно? А, нет, правильно. Сейчас мне. Да. Пожалуйста, я сделал. Блять, у меня веревка, пиздец. Меня правильно, да? Да. Правильно. Меня неправильно. Попутай на маре. А ты Правильно. Надо тоже толкнуть его сейчас. Правильно. А, не, у тебя шутка. Не-не-не-не. Да-да-да, все правильно. И потом... Я понял, я ошибся. Нет, не ошибка. Да, я понял. Вот, готово. Рома, готово. Я. Блять, он сыпет? Нет. Да-да, все правильно. Вот, да-да-да. Теперь тяни с правой руки, с правой руки. Это. Да, тяни. Да, тяни, не бойся. Перекидывай. Как ты? Вот, вот, это в пальцы ложится, видишь пальцы? Да, вот. Я вспомнил петельку. Сняй петельку, оставляй петельку. Куда это? Не-не-не, в эту петельку вставляй. Вот, теперь бери конец. Все. Все? Да, хорошо вам. Смотри, там что, петельку. Вы уже готовы, давно. Это разгром. Я так и делал, да. Почему-то не пошел. У меня по кривому встал. Я начал тянуть разные стороны. До этого уже дрочил. Бля, ну нельзя нервы, что мне давление повышается. У меня скоро из глаз кровь польет. Таблеточку выпей. Вообще лучше понервничать, чтобы потом не привязан. Я из-за тебя, брат, с тобой, блядь, стал. Резко. Разгром. Санкции будут позже у вас за это все. Позже. У вас санкции? Пять? У нас уже были? Нет, в смысле? Вот то, что вещи вы потеряли, все. Я так и знал. Все. А, без это вещей, то, что мы уже все. Вот то, что вещи. А то, что вот вещи вы сейчас проиграли, все, у вас больше их нет. Понятно. Но вы можете с ними поделиться, если есть что. Вы можете поделиться, дать свои, не проблема. Я в рюкзак могу попросить, ты мумией будешь? Забросься. Ну, потом. Да, тоже вариант вообще. Вам домой не Лёха. Смотрите, ваша задача будет следующая. Я ему дам. Задача следующая. Я? Давай, я могу второму подать. Не, у нас размер пока... Вам нужно, пиздец, вообще невыполнимая задача. Нужно будет сейчас похавать. Аллилуйя! Стой! Это мне шар в тесто, да? То задание, которое я хорошо выспал. Задача следующая. Нужно сходить. А твой? Да, ребят, веревки мои, это самое. Давайте. Ваша задача сходить одному человеку в лагерь, взять котел, взять воду, еду какую-то, и здесь скошеварить. Здесь, туда не ходим. Один человек только за продуктами, за едой может сходить, за водой. А только один раз или... Один. Один человек, один раз. Вот, нюансы следующие. Когда вы скошеварите... У вас нету ни ложек, ни столовых приборов. Это уже было у нас. Проходили. Да, не гоните, короче. Да. У вас ничего нету, соответственно, задача сделать импровизированную. Но мы не используем, это не мое, не используем банки, не используем.
бутылки какие-то, но только из, только из природных материалов. Не ложек, не вилок, только... Только природные, из природных материалов можно сделать. А миски его? Чего? Ты уверен? Да. Рома, нас заводут пример. Короче, ребят, тут... Бля, лично. Тихо, а? Хорош галдеж, убей, блин. Далее у вас задача следующая. Топор же есть? Есть. Есть. Задача сделать индейскую свечу, костер индейская свеча, переносной костер. А. Вот. Пацанов спросите, они знают, он, Владик знает, как делается индейская свеча. Далее вам нужно будет сделать фильтр для воды. Взять пятишку какую-нибудь пустую, пятилитровку. Фильтр, помнишь, как делать? Не. Ну, кто помнит, как фильтр для воды делать? Посуду, что нельзя, да, никакую использовать? Все импровизировано, из природных материалов. А если в котелке варим? Не, в котелке из котелка нельзя. Не, в котелке варить, а если из него нельзя. А, то есть... Но это при условии, если этот один принесет, да? Ну да. Окей. Ну, а? Ребят, миску можно? Сколотишь себе миску и будешь жрать? Кто давайте, пойдет? Давайте, сколько можно скажу? Времени я на я тогда все вещи. На приготовление, вообще свечку. На все. Ну, на часа... 4. 8 часов. 8 часов, простите. Да какие 8? Ну, 4 часа. 4. 4. С учетом того, что надо... Ну, давай, 3 часа. С учетом того, что я не знаю, как он будет объяснять, как делать индийскую свечу, а как еще делать. Они тоже будут заняты. И как фильтры делать, мы тоже не умеем. Да тихо, тихо. Галдеть, тихо, я все. Я даю вам полтора часа, и время пошло. Все. Так, ребят, давайте я схожу. Сразу подойдите, кто будет делать индийскую свечу. Ребят, ты что, топор можешь взять? У нас только один. Возьми. Хорошо, так, кто идет? Он пойдет. Влад. А, это. Кто будет делать индийскую свечу? Подойти ко мне. Да, ну Влад. Сходи, возьми один топор. Возьми, я возьму все по максимуму. Сейчас я все выложу. Слушай, все по максимуму, ты только для еды можешь взять. А, да? Да. Ну, я еду возьму по максимуму, который. Спроси у пацанов, может, у них какая-то еда где-то лежит. У меня в моем. А можно с тобой? Вот все, что у вас было, при вас, попробуем. Ну, плюс можете выбирать. Итак, только что закончилось наше соревнование по завязыванию узлов. Победила команда старичков, которые заходили там второй и четвертый уже раз. Но их задание было осложнено тем, что у них были завязаны глаза, они вязали все узлы в закрытую, и тем не менее они выиграли со счетом 8-2. Но тем не менее и та команда получила определенные санкции за свои поражения. Ребята лишились двух вещей, двух частей одежды, а другие ребята сейчас пойдут купаться в холодную реку. We'll be right back.